никогда не порочит человека. Человек иногда порочит работу.
будет много всего интересного. Давайте послушаем свежие новости. Да. А теперь последние новости от всеобщей любимицы. Если цена устроит. Предложи мне свою цену. Нашего покоя, так что уважайте эту малышку. Вот, послушай. Итак, у меня есть свежие новости из маленького поселка под названием Большой Город. Там случилась огромная беда, и мисс Убежище была тут как тут. Фантастика, кого-то там спасли из лап супермутантов. Малыш, отличная работа. Спасибо за внимание, дети мои! С вами 3Dog Night. На волне вашего любимого радио «Новости Галактики». Мы радио свободной пустоши, и мы работаем для вас. А теперь немного музыки. I don't want to set the world on fire. Дай знать, если понадобится что-то еще. Позволь взглянуть. Darling, I have only one desire, and that one desire is you, and I know nobody else ain't gonna do it. I've lost all ambition of worldly acclaim. Ага, пока.